Этери Георгиевна Тутберидзе. Даже и не верится, что когда-то она работала на подкатах с простыми детьми, без чемпионских званий. Теперь попасть в ее группу – это уже завоевать титул. Как она похорошела! Каких результатов добиваются ее ученицы? Олимпийское золото и не меньше. Так, разговоры о красивом абстрактном катании – это полный блеф. Конечно же, Алина – олимпийская чемпионка. Она, естественно, желает реальных побед. Она не может быть на задворках, где-то там за десяткой непонятно кого в фигурном катании. Только вот возиться теперь с ней уже никто не будет. Хочет стартовать? Стартуй! Хочешь учиться? Давай! Не вокруг тебя уже никто не будет прыгать. И есть уже такая могучая кучка, которая показывает такие результаты, за которыми вообще не угнаться. И тем не менее, конечно, Этери Георгиевна говорила, что для нее все ученики – это просто биологический материал. Но все-таки олимпийская чемпионка – это уже не биологический материал. Это человек мирового уровня, за которого болеют, которого любят. Нельзя эти успехи просто слить и сказать: «А все, а пока, до свидания».